Оп, ага. Еще один погулял. Ребятишки, ребятишки, моя команда. Мне кто-нибудь поможет, пожалуйста? Мне очень плохо. Потому что меня стреляют со всех сторон. Просто откуда? С воздуха, сверху. Чего? А вот с этого момента... А вот с этого момента поподробней. Что? Меня убило малейшим осколком, который, блин, прошел через стену. Так, ладненько. Самое время писать в техническую поддержку. Подожди, как эта карта называется? Еберейская крепость, дамы и господа. У нас с вами на экранах. Втащил бы, да. Так. Ты что-то много себе позволяешь в последнее время, я тебе так скажу. Но, как мы видим, М109 периодически может и пританковывать. Так, легонечко, не спеша, но может. Потому что 6 членов экипажа, конечно же, дают о себе знать. Да. Ну, вернее, половина экипажа уже не подает признаков жизни, но это нас не интересует, просто потому что все-таки кто-то жив остался, да? Ага, так, товарищ младший лейтенант отъехал, а я сейчас тоже, скорее всего, отъеду, потому что по мне накидывают столько артиллерии, что, блин, если продать все эти снаряды, то можно обеспечить бюджет маленькой стране, мне кажется, а? Что ж происходит-то? Я понял, моя команда... полностью закончила свое существование. Она решила, что сегодня не ее день, и она не должна побеждать, да? Несмотря на то, что у них есть такой потрясающий чел под ником AtomShow273 на первом месте с 8, мать его, киллами, их это абсолютно не волнует, потому что игра-то все-таки командная, и зависит тут все должно не только от одного человека, да? Так, сзади зениточка какая-то, ну потрясающе, просто прекрасно. И ты чем занимался все это время? Ты мне объясни, почему я двоих убил, а ты просто стоял? В чем твоя суть существования? Объясни мне. Господа... из-за нашей команды остался один танк, а именно я. Неплохо, хорошая катка, но товарищам в моей команде я закидываю огромный минус реп. Ну что ты шмаляешь по мне, а? Ну мне сейчас очко придет, скорее всего, потому что ну по мне столько накинули артиллерии, что как будто бы пережить ее, это надо еще постараться, да? Слушайте, ну я умудрился это сделать. Ладненько, это прекрасно, это хорошо, это не можешь не радовать. Ух ты, ёб. Да что ж такое-то? Ну что вам всем от меня надо-то, алло? Ну почему я? А где команда моя? Алло? Алло, господа? А что произошло-то с моей командой? Почему она развалилась, как Советский Союз просто? Здорово, братик, здорово. Я его не пробил. А это уже какой-то прикол. А это уже какой-то приколдес. А что происходило-то сейчас? Так, опять же, надеюсь на прикрытие. Надеюсь на то, что мои тиммейты сделают а-та-та тому самолетику, который за мной сейчас летит. Потому что если они ему а-та-та не сделают, то как бы, ну, он мне сделает а-та-та, да, это уже как будто бы хреновенько как-то, да, скажется. Нормально, скинули все. Пойдет на двух челов. Я думаю, один из них сейчас точно закурит. А, блин, один уже закурил, ну ёпта. А, ну все, тот тоже закурил, ну и прекрасно. Так, пулеметики, огонь, 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 товарищи, огонь, идем на понижение. Ребята, ну трындец. А чё-то тиммейты мои, зачем вообще со мной вылетали-то, я чё-то не понял. Так, о, здорово. Чего?
Что? Челу в лицо прилетело 7 килограмм взрывчатка, а он жив остался. War Thunder, с тобой все хорошо. Боеукладка взлетела на воздух, как и я, судя по всему. Выйди из катки, пожалуйста. А, ну прям настолько я вышел, прям в диспетчер задач вышел. Неплохо. Друзья, а у меня вопросик. А у меня вопросик. А ты чё не помер-то, дебил, а? Тебе 6... Сколько снаряд у меня весит? Так, мой снаряд весит 43 килограмма, если чё. Так, я на всякий случай говорю. А взрывчатки в нем, господа. 7 килограмм. 7 килограмм взрывчатки. То есть там от танка должно было остаться, ну, как бы только вот одно название, да, именно Пантера, да. Вот. А в итоге он как бы... Куда снаряд полетел? А что сегодня происходит вообще? Я ничего не понимаю. О, ну он еще и стреляет по мне. А где я вообще? Что за бездорожье? Что за оффроуд пошел? Почему у нас там врагов до хрени... Ну да, конечно. Конечно, давайте. Давайте, нас сейчас на респе будут кошмарить еще. Вообще отлично вы придумали. Просто офигенно. Вот кто делал эту карту? Можно вот мне просто его увидеть, да, чтоб я ему в лицо плюнул? Ну, ну, молодец, хорошо. Все, один поиграл, наконец-то, первый фраг. Просто пол боя прошло уже, я только первый фраг сделал. Неплохо, хорошо, вот я думаю, моя команда очень сильно ценит меня. Реально, я ж такой весомый вклад сделал, просто обосраться. Так, ох, да что ж такое, да по мне заливают со всех сторон-то опять, а? Ну я бы... Да вы угораете, друзья. Да он до сих пор попадает. Это прикол какой-то. Они через холм стреляют, алло. Ну все, здесь уже вы типа не должны меня достать. Охренеть, у меня два чела живы. Все, прекрасно. Я один раз закатку выстрелил. Оставлю этот момент без комментариев. Так. А я узнал, что здесь добавили какой-то новый рю. Это что такое? Ни хрена себе у него бронетранспортер. А я что-то на каком-то куске говна еду, не знаю. Что-то оно полуживое уже, по нему вроде никто не стрелял еще. Ну ладно. В общем, какой-то новый режим добавили. Какие-то дикие эти всякие, какие-то эти Мэттандеры какие-то. Вот, какой-то тут и Красаут, и War Thunder, и чё только здесь нету. Непонятно. Но сейчас мы узнаем. Так, я вижу, вот он товарищ наш, да? Ну как товарищ? Это не совсем товарищ, да? Поэтому мы его аннигилировали. Ох ты, еще один не совсем товарищ. И вон там еще не совсем товарищ. А что происходит-то? Че так много врагов-то? Почему со всех сторон? Так, ладно, у меня последний остался тарантайка какая-то. Лутоподъемность. Ох, ну это вообще самокат какой-то, блин. Это просто газонокосилка какая-то, ребята, это. Ёперный балет, ты сдохнешь сегодня? Спасибо. Ох, ни хрена себе, по меня град летит. А у меня все, у меня закончились патрики. Патрики закончились, пипирочка, стреляй. Попадание, все, трындец, конец, колеса слетели. Ёпердолите, бобер, ребята, пипец. У него пушка какая-то еще стоит там. Ну это вообще песня. А у меня какие-то пулеметики, которые вообще, я еле... У него там вообще просто крейсер какой-то. У него там одна пушка, два пулемета каких-то. Там просто у него вообще жесть. А у меня как бы, да, вот, здравствуйте, добрый вечер. Ну и понятно, сюда пойду я отсюда.
Выцелю его, конечно. Ох ты! Ну вот и мстя моя прилетела. Вот и прилетела моя смерть, да. Ну, чел слишком сильно расстроился из-за того, что я его убил. Он прям плачет в подушку, прямо маме уже нажаловался. И вот он решил все-таки как-то отомстить и просто упал. Хорошо, прекрасно. Я надеюсь, такого больше не произойдет, потому что это меня дико бесит. Но мне кажется, самое время отомстить товарищам врагам. Теперь в таком случае, раз уж меня решили так накрыть, то я их сейчас тоже накрою. Ну что ж, берегите попочки, дамы и господа. Мы выдвигаемся. Опа, техника уничтожена, отличненько. Я просто смотрю, что мои пулеметы как-то хреново справляются. Ну да. Хреновей некуда, я бы сказал даже. Ага, неплохо, неплохо. Так. ВКшечка, здравствуйте. Мое почтение. А где мой снаряд? Он растворился по пути к товарищу врагу. Алло. А снаряд аннигилировался по пути. Че за бред? Алло, ребята. Ку-ку. Друзья, всем огромный привет и большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то обязательно загружайте свой царский королевский и оформляйте подписочку на канал. Ну а мы с вами, как обычно, увидимся на следующей неделе. Всем удачи и всем пока.